Здорово, ебать! Я невозмутим. Саламуля, долбоёб! Анатолий! Ты к кому обращаешься? Хацки, почему ты на концерте у Дипэксенса? Да вот, откинулся вот недавно с зоны. Ну, я решил подзаработать деньжат. Обещали $100. Какое это ощущение? Я не знаю, как... Анус сжимается. Это Москва, это Дипэксенс, это разъём. Дайте шуму, минус очередным ёбаным рэпом про рэп. Если что-то чистое, киньте в грязь. Если что-то нужно, то скиньте прайс. Я куплю билет на голос улиц, оторвалась этикетка, там написано «Beats and Vibes». А под ней ещё одна, оторви проверь. Там написано «Битва за респект». Ведь теперь МС называют всех. Весь этот пиздец вызывает смех. Если это спорт, что сближает нас, я тебя найду по сетчатке гор, по крутым рукам, по риским пугу. Нетик, это бесплодие успеха, знаешь, жди, без тебя ничего не выйдет. Рядом со мной были взгляды презрения, росли стеной, были все моральные уроды, меня посчитали слабым. Я не желаю знать их, в рядах устрою отсев. Неважно, сколько денег у тебя, власти и славы, когда-нибудь ты просто так же сдохнешь, как все. Пока вам отлично стремился освоить все, что нравится мне, предъявляли, мол, проваливать. Это неправильно, нужно найти свой стиль. Это и есть мой стиль, общественный стиль. Ты не во всех стереотипах, но я тоже человек, прости. Внутри меня есть мир, пойми, он никогда не полетит по крутой ярости. За мной доказ, прийти безумие, рассекает будто лава. Слыши, безумие, подожди, безумие, давай страхи сбудутся. Это ангел, будь тебе свой, каждый чувствуется. Все! Все! Оу! Все! Эй! Самый смелый кристальный МС! Самый кислый МС! Через 7 дней приду за тобой, заберу твою джек, как осенний призыв! Залоги, как на команде, на бой, карманы найду, спит твои косяки! Жанровый стол! И все просто хорошо! Желота, пустослом! И все тоже хорошо! Пилотка просрочит тебя, не хавают больше! Решу вернуться на бок, но ты все тоже хорошо! Ты не жанровый стол! И все тоже хорошо! Желота, пустослом! И все тоже хорошо! Пилотка просрочит тебя, не хавают больше! Решу вернуться на бок, но ты все тоже хорошо! Выбери только суть, но субъективно. И все, что нами движет, лишь субъективно. Диалоги, а буквы, субъективно. И когда
несешь как груз. И ты не в курсе, ты есть ресурс. Тебе не светят ласки королев. Прими, как есть, свой муравьиный тлен. Тебе не лопнет и настанет миг. Ты соберешься и решишь уйти. Но лишь ты выйдешь за пределы стен, тебя настигнет муравьиный. Скажешь, что он просто ушел. Уходят секунды, минуты и дни. И детство уходит, нам так говорят. Уходят все шансы остаться людьми. По цвет этих мертвых гирлянд. Время поднять бокалы. Что нам еще осталось? Прием, я хочу, чтобы вы напоследок дали шума нашему оператору Кириллу, нашему диджею Артуру, моему бэк-вокалисту Бабкену, моему менеджеру Алексею и всем, кто как-то был причастен к этому концерту, а также, ребята, пошумите для себя, потому что вы сегодня... Спасибо, ребята!